что, друзья, хотите побывать в шоке, в котором я побывал? Сейчас я покажу вам Кривошеинскую свалку в тайге. Вот, пожалуйста. Это просто. Смотрите, там весь лес забит мешками. Берегите лес, друзья. Видите, какая табличка еще надо здесь поставить. И где администрация? Это просто кошмарики. На морозное. Где администрация Кривошеина? Ну, блин, это видео я раскидаю. Это капец. Это просто. Это ад, друзья. Это ад. Это ад. Смотрите, что делают. Свалка через дорогу. Кривошеина в той стороне. Вот свалочка. Я не знаю, почему не штрафуют, почему там они ничего не делают. Ну, видимо. Полигон ТБО. Твердо бытовых отходов. Офигеть. И все здесь ездят, и администрации, и прокуратуры, и Молчанова, и Кривошеины. Да все здесь ездят и вот так вот, блин, относятся к этому ко всему. Никак. Да, то же самое и с той стороны. Весь лес загадили.